Здравствуйте! Вы спрашивали, встречаются ли в природе птичьи яйца необычной формы. Все мы знаем, что куриные яйца овальной формы. Такой же формы и утиные, и голубиные, и страусиные. Такие же яйца несут и большинство других птиц. Но птичьи яйца бывают и другой формы. У некоторых они круглые, а у кайры, яркой представительницы семейства чистиковых, похожи на грушу. Кайра несет яйца в форме груши от того, что вынуждена приспосабливаться к природным условиям, в которых она живет. Водится кайра на побережье Северной Атлантики и Тихого океана, а также в прилегающих побережьях Северного Ледовитого океана. Внешне кайры немного похожи на пингвинов. Они имеют такую же контрастную черно-белую окраску. Ноги этих птиц отставлены на туловище далеко назад, что обеспечивает вертикальную постановку тела и смешную походку в развалочку. Летом, осенью и зимой она обитает далеко от берега, в открытом море, и питается рыбой. Весной кайра перебирается на берег и устраивается на практически недоступных скалах. Гнездом это место может называться весьма условно, так как, собственно, никакого гнезда-то и нет в привычном понимании этого слова. На узенькой, скалистый карниз кайра откладывает свое единственное яйцо грушевидной форме и пятнистой окраски. Такое яйцо незаметно на фоне скал, а благодаря грушевидной форме оно лучше удерживается на карнизе. Если кайры резко слетают с гнезда, яйцо, подобно волчку, крутится вокруг более широкого конца и не падает в воду со скалы. После того, как самки кайры снесут яйцо, высиживают его по очереди с самцом. Птицы в этом случае бережно кладут яйцо на перепонку лап. Один из родителей сидит на яйце и согревает его, а другой летит в море кормиться. Иногда они улетают на кормежку оба, а когда возвращаются, каким-то непонятным образом находят свое яйцо среди тысячи подобных яиц, принадлежащих другим кайрам. Очевидно, узнают кайры свое яйцо по окраске. У кайры яйца обычно окрашены в цвет скал – сероватые или пятнистые, но не бывает двух совершенно одинаковых по оттенку яиц. После того, как птенец вылупляется из яйца, высота ему уже не страшна. Птенцы кайры, еще не умея летать, могут прыгать в море со скалы. Там их кормят родители, пока они не обретают способность летать.